Привет, ты что так опаздываешь? Привет, Рамзес. Я устала выбирать подарок. А, понятно. А ты знаешь, что сегодня не только простой праздник, сегодня день рождения у моей коллеги. Но я даже забыл. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Это алмаз? Нет, неправильно. Рамзес, это правильно. Ты? Правильно. Днем рождения, Ксюша, желаю тебе счастья, добра и чтобы тебя все любили. А это тебе подарок. С днем рождения. Спасибо. Сеня, поздравляем с днем рождения. Спасибо. Сегодня у меня день рождения. Мне исполнилось 10 лет. Я решила отпраздновать мое день рождения здесь, в ресторане Amore Mio, потому что здесь весело и интересно. Здесь много всяких конкурсов. Дорогие ребята, уважаемые взрослые, мы рады приветствовать вас в ресторане Amore Mio. По традиции наш воскресный детский бранч и конкурс «Классный повар» я веду не одна. У меня есть мой соведущий Павел. И вот мне бы хотелось, Паша, чтобы ты сейчас продолжил как соведущий что-то из того, что я еще не сказала. Здравствуйте, дорогие ребята и взрослые. Я люблю готовить, и у меня уже кое-что получается. Например, салат «Афины» и кексы я готов в программе «Стране вкусным» вместе с Amore Mio. А сегодня я желаю всем участникам конкурса «Классный повар» победы. Ведь победителя ждет шикарный подарок – планшет и сертификат на 20 тысяч тенге. На эти деньги можно провести банкет с друзьями. Краски, а значит понятно, что цвет можешь выбрать себе ты любой. Когда на планете белые пятна, мы можем их вместе раскрасить с тобой. Дорога к солнцу, спали ночи, по ней идем. Oh,
говорят, что сегодня будет проходить конкурс поваров. Поварята? Все эти поварята – это дети. Дети? Да, из этих продуктов они будут делать свои блюда. Тот, у кого будет лучшее блюдо, достанется главный приз. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Дима. Что ты готовишь? Я пока сам не помню, что я буду готовить. Из чего? Из капусты, из помидора и из картошки. Из моркови. Ксюш, ты тоже повар? А из чего этот салат? Ну, мы думаем, что этот салат будет из помидоров, из вот этой. Картошки. Из картошки, из морковки. А как вы назвали свой салат? Мы еще не думали. Места уже нет. А вот по продуктам, как вы можете назвать его? Ну, зеленый налив. Мы думали, наверное, назовем курочкой. Привет. Привет. Как вас зовут? Амелия и Жанна. Меня Жанна и Анна. Что, из чего состоит ваш салат? Эвелина, что вы готовите? Салат «Легкий ужин». Из чего у вас салат состоит? Он состоит из помидоров, огурцов, красного перца, лука и куриного филе. Желаем вам удачи. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Что вы готовите? Салат готовим. Свекольник. Из чего ваш свекольник состоит? Из свеклы. Еще? Из чеснока и греческих орехов. Желаю вам удачи. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы готовите? Я готовлю салат для рыб природы. Из чего он состоит? Он состоит из листьев салата, он состоит из яиц, он состоит из морковки и он весь содержится в грейпфруте. Это как тарелочка для него. Понятно. Желаем вам удачи. Спасибо. Из чего у вас салат состоит? Из помидора, огурца, салатного листа, оливок и сыра. Желаем вам удачи. Спасибо. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Нурсултан. Что вы готовите? Мы готовим пикантный салат. Из чего он состоит? Он из ветчины и майонеза, и из соленых огурцов. И горох. Желаем вам удачи. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Ева. Что вы готовите? Салат свежий. Из чего он состоит? Из оливок, из перца, из помидоров, еще из огурцов, из яйца и так далее. Ясно. Как вы называете? Ну, в принципе, я еще не придумала название, но думаю, он будет называться салат свежий. Да. Ясно. Желаем вам удачи. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Демиджан. Что вы готовите? Мы салат готовим, но пока название даже не придумали. А с чего он состоит? Вот я тоже над этим сейчас думаю, но там будет уже сразу будут вкусняшки. Но я постараюсь все сделать как минимум вкусным. Желаем вам удачи. Спасибо. И сегодня оказалось очень много поваров, и каждый повар хочет главный приз. Но каждое блюдо будет тестироваться профессиональными жюри. Жюри – это повары Амор и Мил. Желаем всем удачи! Задумываешь в своей жизни, у тебя исполнилось.
Я поздравляю тебя с юбилеем. Желаю всего самого наилучшего, чтобы по танцам ты занимала только первые места и никогда-никогда не болела. Ксюша, я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю счастья, добра, всего наилучшего. Я желаю, чтобы когда ты подросла, ты была такой же красивой, как и сейчас. Ксюша, я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья, удачи. Тебя родители и всего тебе хорошего. Все гости, дорогие родители, мы сейчас пригласим небольшой концерт. И всего-всего хорошего. Ксения, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем счастья, здоровья, чтобы у тебя все было хорошо, чтобы училась на пятерке, шестерке. И желаем всего наилучшего. Я также все желаю, только чтобы этот день рождения ты провела незабываемо. И наконец-то настал тот момент, мы узнаем, кто же победил. И не забудьте, главный приз будет разыгрываться 25 декабря. Я называю, кто вышел у нас в финал, фамилии. Так, это Цой Павел. Бакеева Евелина. Бякова Вероника. Это Сапарбаев Нурсултан. Аслан Латыев.